привезли девчонок в английский. В воскресенье даже бедолаги, они у нас тоже не отдыхают. Так. Всем привет! Васек, привет! Всем привет! Вот сегодня, сейчас мы поедем в агродом. Чем мы там в агродоме нам? А, хочу, знаете, что купить? Лопату хочу купить. Хорошую. Такую хорошую лопату. Я не знаю, сколько она, рублей 700 стоит. Не знаю, сколько пока она стоит, может быть, дороже. Сейчас поищем, все вам покажем. Потому что у меня лопата, вот второй раз уже. Второй раз уже это самое, сломается черенок. Я не знаю, в чем причина. Может быть, здесь такие черенки не сильно. Березу тяжело найти. И нет, у нас еще земля такая. Плохая земля такая, она такая, ломается лопата. Ну, сегодня, сейчас поеду куплю, так хочу. Но мне, правда, жаба давит. Жаба давит, конечно, но, блин, куда деваться? Все реклама идет. Даже у нас Галя соседка, она говорит, очень хорошая лопата, мы купили ее еще в это у себя там. В Иркутской области. В Иркутской области. Говорит, хорошая лопата, действительно. Все, вот поеду посмотрю. Потому что если мне сейчас надо там кое-что выкапывать, я уже две лопаты сломала, поэтому... Даже как бы я не два черенка уже сломала, а сломала я это... Даже саму лопату с рельсовой стали. С рельсовой стали нам сказали. Я ее заварил, но потом она из черенок не выдержала, сломала. Да, Васек и заварил, она опять сломалась. Потом черенок сломался. Я думаю, это из-за земли. Но мы сейчас находимся в Белореченске. Да, мы уже приехали в Белореченск. Мировые вот. Судьи. Так, вот такой тут мировые судьи. Ну все, поехали. Поедем мы сначала в агродом. Посмотрим там цены. Потом в, как это называется, садово-огородный центр. Там цены посмотрим. И потом в тот магазин удачи, где сказали самые дешевые цены. Где-то возле вокзала они, где-то возле вокзала. Ну, мы все покажем, посмотрим, где дешевле. То прям говорит, удача, этот самый дешевый магазин. Ну, давай начнем. Как бы не, мы еще не больно знаем все магазины, как бы вот где находится, что находится. Ну, начнем с агродома. За два года еще не все изучили. Да. Давай, начнем с агродома. Ну все, поехали. Вперед, мы вам все покажем. Сейчас вот все видно, листья опали. Вот там у нас парк находится. Так, я вам сейчас вот покажу, пока мы стоим на перекрестке. Вот там у нас находится парк. Это улица Ленина. Вот там вдалеке находится еще администрация города Белореченска. Здесь такие эти многоэтажные дома. У нас еще один парк есть, он даже, как бы новый. Девятиэтажки даже есть, да, на есть. Этой улице. Такой небольшой город, аккуратненький. Население где-то 55 тысяч населения. Раньше была станица, но потом приобрела статус города. Ресторанчики. Городок хороший, мне он очень нравится. Прям такой классный. Компактный, красивый. Для людей, молодых, пожилых. Все тут есть. Можно попеть в караоке-клубе. Сходить в барчик, сходить в ресторанчик. Тут он, кстати, не один. А посмотрите, какое небо голубое. Красивое. Мне тут нравится небо, навсегда голубое. Кто бы чего ни говорил. Что-то тут строится, он в парке новое. С той стороны. А, для этих, для скейтов. Подиумы. Так-с. Сегодня, наверное, базар же. Воскресенье, наверное, как по привычке здесь. Наверное, базарчик ходит на Самсон. Называется базарник Самсон. Здесь у нас еще есть. Здесь за этими не видно. Стадион. Вот здесь находится по левую руку. Вот здесь. Вот за этими всеми находится стадион. Кстати, это магазин. За магазином он занят. Да, павильон. Вот здесь. Там огромный стадион. Кстати, мы на него ни разу не ходили. Мы только рядом проходили с ним. А, когда гуляли, проходили.
Сейчас мы едем в Агродом. Там, кстати, цены очень дешевые. Агродом находится на улице Первомайская. Да, вот он. Сразу, за поворотом сразу Агродом. Здесь фермеры, клубничники. Все, кто занимается клубникой, покупают у них там всякие прибамбасы. Здесь тяжело подъехать всегда. Да. Вон за той машинкой. Вот он, Агродом. Наверху Империя посуды. Там очень, кстати, хорошая посуда. Красивая-красивая посуда продается. Обалденная. Вот здесь находится Агродом. Улица Первомайская. Так что, друзья, кто захочет прийти сюда, сейчас я вам покажу. Так, заходим. Заходим. Здесь есть все. Артём, иди сюда, пожалуйста. У нас... Так, вот такие тут лопатки. Ну, знаете, мне сказали, цену 4000. Нет, за 4 точно я не готова купить лопатку. Здесь находятся и косилки всякие. Посмотрите, сколько тут всего инструментов. Бензопилы. Короче, мужики, для вас это класс. Все, что тут вообще. Васек приходит, что у него глаза разбегаются. Вообще, какая прелесть. Вот покупаю здесь всегда удобрения все. Здесь прекрасные, прекрасные продавцы. Конечно. Особенно вот этот весельчак, конечно, вот этот. Он. Вот да. Очень хороший мальчик. Секаторы покажи. Нет, лопатки я хотела, но она очень дорогая лопатка. На сегодняшний день, но да. Нет, нет, меня прям жаба давит. А то меня спрашивают, что, где находится Агродом, где находится. Я адрес говорю, они не могут понять. Да. Так что вот, а смотрите. Вот это все сняли, скотч, смотрите, классно. Да, вот там сейчас это. Да. Вот видите, это... все в масках, все, все как положено, все у нас молодцы. Улица Первомайская, я уже сказала. 6. Первомайская 6. Так что приходите. Все тут очень дешево. Вам еще сделают тут скидочку. Да, это для пленки все скотчи. Когда пленка рвется. А кстати, да, я вот эту пленку делала, она отваливается. Это отваливается. Вот это специально. Это все, да. Да, прелесть. Да. Прелесть. Прелесть. Короче, вот этот продавец. Да. Как? Да, Артем. Артем. Да. Он вам даже предложит, если все. Возьмете, даже если да. Вам не надо, вы уйдете да. С покупкой. Да. А вот сейчас деревья укрывать надо. Вот. Да, агроспам, ага. Да. Ну все, спасибо. Пойду искать лопату. У вас закончились лопатки. Все. Вот, посмотрите, все, что можете тут приобрести. Так что приходите. Вам сделают скидочку. Хорошую скидочку. Всем до свидания. Спасибо вам. Артем, пока, придем. Нет, мне надо штыковую. Вот же они. Нет, они короткие, мы уже смотрели. Вот такие лопаты у меня ломаются, эти все черенки. Верно. Все верно, да. Все, вот все. Такую мне надо. Да. Все, все, до свидания, спасибо мне. Вам. Так, вот еще один садово-огородный центр. Тоже по улице Первомайской, а вот даже адрес есть. Так, вот тут вот такие лопатки. Да. Цена лопат 1065. Так, а вот лопатка нам мне предложили. Россия качается. 1350. Город Шахтерск. Для шахтеров они. Вот подъехали еще в один магазин. Посмотрим, есть там лопатки или нет. Пойду зайду. Заехали вот мы еще в один магазин. Вот этот товарищ звал-звал, но лопат тут нету, которая нам нужна. А сейчас мы поедем
Все по 40. Купим там фруктов. Оля пошла в магазин за мясом. Я решил вам показать немножко город Белореченск. Такие вот здесь магазины, аптеки. Здесь только вот в этом районе две аптеки «Апрель». Мясной базарчик. Шашлычный дом. Магазинов здесь предостаточно в Белореченске. Вон вдалеке раковые, живые и вареные раки. Сейчас она сходит в аптеку, сын купит таблетки. Вон что-то температура у него приболел. И кусочек мяса купит. Всем привет! Всем привет! Привет! Семья Хадариков приветствует вас на нашем канале. Оператор Васек. Всем привет! Мы сегодня уже здоровались. Приехал к нам сынок, нас проспонсировал. Мы сейчас покажем, что мы купили. Сейчас я вам покажу. Мы купили сегодня, где у нас есть все по 40. Настя, как называется? Фейхоа. Фейхоа. Вот, очень, вот, которая вот желтенькая, она очень сладкая. Какая цена его? Фейхоа 70 рублей. 70 рублей. 70 рублей. Лимоны. Лимоны по 60 рублей. У меня там есть, это я купила уже вчера, это как его называют? Корень-то. Корень, как называется? Имбирь. Я хочу перемешать его. И мед. С медом, с этим. Это мы купили в магазинчике готовые. Это Леха купил. Шашлыки сделаем. Готовое мяско уже хорошо сделано. Оно вот некоторые в магазине не покупают, но в этом магазине продается все качественно, хорошо замариновано, без всяких этих. Я купила килограмм еще фарша. Сколько фарш стоит? Фарш стоит 300 рублей. Затем я купила... Свинина с говядиной. Свинина. Свинина я купила вот такие ребрышки. Оно стоит вот это 200 рублей. Так, затем говядина стоит 420 рублей. Вот я купила такой кусочек. Я хочу на пирог его. Свинина вот это стоит. Ой, сейчас бы как бы вам не соврать. Так, она стоит 270 рублей. Вот это 270 за килограмм. Потом ромашка вот такая мягенькая. Это ханский хлеб. У нас Адыгея рядом. Да, Настя у нас любит чай пить. И там вот у нас продают ханский хлеб. Мы, кстати, мы сказали, что худеем. Нам нравится. Конечно, нам нравится. Это ханский хлеб. Это знаешь, как штучка какая? Она типа пиццы. Угу. Там внутри. Это вот для шашлычков. Угу. Вот такие булочки купили, готовы к чаю. Вот такие. Настя вот такие уже вот... ехали со школы, Настя... она уже попробовала. С английского, они сейчас с Ксюхой попробовали. Покушали. Да, воскресенье нам все равно они учатся. Они вкусные. Затем вот такой мы купили темный хлеб. Он тоже ханский. Мне очень серый. Нравится. Он тоже вкусный. Мне напоминает, как в СССР, когда он был 14 копеек или 15. Здесь что мне нравится, что серенький. Когда бы ты ни пошел, в какое время, всегда вот такой мягкий, горячий хлеб. Да. Обалдеть. Яблоки почем у нас здесь? Яблоки по 30 рублей килограмм. Этот мешочек, вот это все по 40, где мы ездим, все по 40. Короче, вот здесь одна 153 рубля. Затем мы купили потом лекарства. Леха приехал, он тут это. Да, это ему. Да, ну типа тарафлю, а я им купила от гриппа. На всякий случай. И еще вот это от горла. Угу. Это как там Тунверди, сказали чуть-чуть это самое. Он у нас приехал с Москвы, и там холодно, и сразу в тепло попал, и у него немножко что-то он приболел. Да. Ну и все, это он крем это для это купил. Да, крема. Итак, ну все. Мы сегодня будем праздновать, да, моя красотулечка? Отличница моя, она у меня отличница. Баба ее... Баба, ты что мне за четверки ругаешь? Это... Ну-то теперь подумайте, как можно прожить на пенсию на юге. Нет, сравните цены. А если вам помогают дети, так да. Вообще... Но мы воспитываем его дочку, нашу внучку. Ну все, всем... Пока-пока.
Скажи, Васек, ой, Лёха, пока всем. Вот вы удостоверились, что у нас разговаривают, говорит. Всем пока. Всем пока. Вот так. Он, мы потому что сами не знаем этот язык у глухонемых. Мы его приучили с детства. С детства, да. Всё, и там он уезжает, такси его ждет, там друзья. Все. И это. Мы с детства приучили его говорить только на языке, на нашем. Вот без, вот это правда не знаем. Мы знаем это. Раньше говорили, Оля, ты что так его мучаешь? А пока он не скажет мне, дай чай, я ему не дам чай. Поэтому он сейчас свободно общается со всеми, говорит, по губам читает отлично. Так а что? А когда будет обещанный пирог, курник, тесто который уже... ты обещала еще когда ему? Нет, тесто людям? Я уже сделала, я сегодня сделаю. Я потому что купила... Ты же пойду пирог делать. Нет, я хотела сделать сначала с курицей. Ну, мы что-то, да, с курицей. Что-то мы уже ели курицу. Фу, говорю, вот, два дня. С говядиной, поэтому я... Мы да, пошла специально купили сделали. Говядину, чтобы с говядинкой сделать. Ну, так что всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, моя девочка. Всем пока-пока. Еще пока. Заходите на канал Хадарик. А вот у нас еще мои кроссовки. Маленькая, маленькая ведет у канал моей... Хадарик. Да, если у вас есть дети или какие-нибудь ваши внуки, можете зайти на канал Хадарик. У меня внуча. Она у меня отличница. Она может научить там что-то там ваших ребятишек писать. Читать английский, он там всем показывает. Ну, а мы Хадарики. Просто ради интереса. Мы Хадарики, она у нас Хадарик. Всем пока. Всем пока-пока.